Всем-всем доброго утречка, осеннего утречка. Но не сказать, что прям плохого. Солнышко светит с утра, правда, температурка, ну и то еще для осени это нормально. Так, 13 градусов, время 10 утра. А мне нужно переработать помидорку. Вот она уже таким образом поспевает здесь на балконе. На даче там в ящиках. Вот такая гигантелла у меня помидор выросла. Вот сейчас в кастрюлю вот в эту надо будет все почистить. Ну и сделаем как томатный сок. А там у меня еще есть баклажанчики и перчики. Баклажанчики я обжарю. Перчики просто порежу листиками и залью томатным соком. Надо как-то урожай сохранять. Сейчас чищу помидоры, обрезаю всякие бякушки и просто хаотично нарезаю для того, чтобы поставить кипятить, чтобы получить мягкие помидоры, а потом венчиком через сито получить чистый сок без кожуры. Разобью блендером, извините, пропустила. А потом уже венчиком пропущу через сито, покажу. Эти помидорки, наверное, надо семена забрать. Как вы думаете? Сейчас я это сделаю. Собрала, налила еще водички, но они такие сочные помидоры, что льются с соком. Вот, постоит 2-3 дня и промою и на бумагу высушивать. Баклажанчики почистила, обжариваю на растительном масле. Перчики подготовила. Сейчас соберем какую-нибудь баночку ассорти, покажу. Девочки, смотрите, какие у меня баночки есть. Спасибо, подружка принесла. У нее как бы лишнее. Принесла мне 3 баночки такие, подарила. Спасибо, Эльвира, большое тебе. Что в банку я положу? Посмотрите, у меня еще эти огуречки есть. Сегодня у нас 13 сентября. Огуречки еще есть. Вот перец. Я его побланширую, чтобы он помягче был. Помидорки такие-такие. Черри и дабарао. Перчик красивый положу. Баклажанчики обжарила. Тоже в баночку положу. Заливать буду, как огурцы, с помидорами. Рассолом 2 раза. Там лаврушечка, душистый перчик и чеснок, конечно. Знаете, какой чеснок у меня? 3 дольки в чесночке было. Так что банки я не стерилизую, я их промыла содой. Сейчас побланширую немножко перчик и буду закладывать банки. Перчик буду бланшировать в той сковороде, где я обжаривала вот эти баклажаны. Там осталось немножко растительное масло. Залила кипятком до кипения. Сейчас закипит и буквально минутки 2-3. Сейчас пока буду баночку заполнять. Вот перчики кипят буквально 3 минуты. Я выключаю. Выключаю и вынимаю из горячей воды, чтобы они дальше не готовились. Хватит. А то чуть прям переваришь, и все. Они уже как размазня. Вы знаете, я подумала, а почему бы мне не залить все томатным соком? Также буду заливать 2 раза. Как кипятком заливала, стерилизовать я не хочу в этот раз. Поэтому вот я сейчас блендером разбила все томаты. Сейчас я венчиком освобожу томат от шкурок и семян. И чистым соком добавлю сюда также столовую ложку соли на литр и 3 столовые ложки сахара. И все вот эти свои овощи, которые я заложу в банку, 2 раза буду заливать. Посмотрим, что получится. Первый раз делаю.
Начинаем процеживать томатики. Блендером разбила. Смотрите, как удобно венчиком. Все, смотрите, осталось то, что нам совсем не надо. Вот таким методом сейчас мы все пропустим, все помидор. Вот столько получилось, и вот здесь еще немножечко, и вот столько отходов. Сейчас я вымерю 3 литра, мне нужно 3 банки, 3 литра. И поставлю кипятиться. Что, девочки, давайте соберем банку. На дно мы положим лаврушечку. Так, 3. Таких вот 2 долечки. Чесночка. Красивый желтый перчик. Потом красненький длинный уложим. Он мягенький стал, я его сбланшировала. Положим огуречки на низ. Так, помидорки сейчас выберем. Здесь у меня сверху черри, там у меня добарала. Положим крупнее пока. Покрупнее. Так, баклажанчики жареные. Произвольно можно красиво по бочкам так уложить. Положим помидорки. Баклажанчики. Вот видите, даже толстенький жарил. И мягенькие стали. Перчик красиво. Желтенький по бокам. Так, чесночок вот здесь вот тоже красиво положим, чтобы его видно было сбоку. Помидорки, огурчики, видите, какие собрали все остаточки. В общем, наполняем банку. Хотела рассолом залить, думаю, а почему бы томатным соком не залить? Зимой все спушится, правда? И вот такой вот горький перчик есть немножко. Сейчас мы его отрежем и сверху положим. Семена я выбрала, это для вкуса. Так, ну вот, баночку заполнили. Не показала, что положила еще перец вот так вот. Горошком. И душистый такой обыкновенный. Так вот смотрится. Сейчас немножко постоит, сольем, опять доведем до кипения. Добавим 1 столовую ложку соли, 3 столовые ложки сахара. Зальем вновь и в каждую баночку по чайной ложке уксуса 70%. Все, девочки, опять заливаем. И пящим томатным соком, но уже солью и сахаром. И будем постукивать баночку. Сейчас немножко налью и буду стучать, чтобы прошел сок везде. Чтобы не было потом половины банки. Утруска.
И сюда мы наливаем 70% уксус. И крышкой закупориваем.